Друзья мои, уникальное цифровое пианино, которому 30 лет. Некоторые даже профессионалы, когда я сказал, что этот инструмент 90-го или 91-го года, задали очень смешной вопрос: а что, они тогда уже были? Представляете себе, были. Вот она, наша клавинова CLP-760. Я, конечно, не рекомендую покупать такой инструмент сейчас. Это очень большой риск. Что было сделано? Было сделано очень много. Во-первых, колонки, которые находятся вот здесь вот, были полностью с протертыми диффузорами, которые, как говорится, как тряпочки там звучали, и звучало очень плохо. Да, пришлось менять диффузоры. Что еще? Самое главное, это была повреждена лента контактная, которая работает непосредственно, ну, прикасается при нажатии клавиши к плате и звучит звук. Лента стоила 70 евро, вот я ее вчера заменил. Что еще? Ну, пожалуй, наверное, все. Больше ничего особо не делалось, но это все-таки серьезный ремонт. И надо признать, что клавиатура ямаховская Graded Hammer выше всяких похвал. То есть даже с поломанной лентой, которая здесь стояла, я на ней занимался, тем не менее инструмент с точки, ну, с тактильной точки зрения звучал, ну, по ощущениям был просто прекрасен, без вопросов. Вот. И сейчас мы с этой исправленной, с этими всеми косяками исправленными, потестируем этот инструмент и заодно проверим, как он звучит в кафе, которое, в общем-то, довольно большое. Здесь около, ну, не знаю, 60 квадратов, 100, наверное, 100 квадратов. Такое маленькое, очень приятное кафе в ресторанном комплексе «Застава» возле города Умань. Итак, тестируем инструмент. Так давайте полюбуемся еще раз этим замечательным инструментом. Вы посмотрите, какая крышка. Почему сейчас так не делают? Это же просто космос. Она просто замечательная. Этим же материалом, из этого же материала сделан пюпитр. Ну и повторяю еще раз, клавиатура неубиваемая. Здесь нечему больше ломаться, кроме этой контактной ленты. Пожалуй, самый главный недостаток этого инструмента – это старый звуковой процессор. Полифония тоже, в общем-то, не напрягает. Я не слышу практически в процессе игры. А вот процессор – да. Но, тем не менее, за счет очень хорошей встроенной акустики во время игры, я думаю, что вы ничего не заметили. Спасибо всем еще раз. Всего хорошего.